Да? Ребята, я с красным носом сегодня, потому что сегодня Red Nose Day, 8 мая. Это день, когда вся Америка помогает детям с раковыми заболеваниями. А мы сегодня сыграли концерт, который мы посвятили не только детям, которые больны, но и детям, которые страдают. Это дети с Украины. Это российские дети, к сожалению, чьи родители по каким-то причинам не понимают, что происходит, и они вынуждены жить в этом кошмаре с буквой «З».